Что такое профориентация? Зачем она нужна? Как родители могут помочь своему ребенку в выборе профессии? Поддержка безработной молодежи? Как будет организовано трудоустройство подростков в следующем году? Смотрите программу «Город С» 25 ноября в 18:15. Гости в студии Ольга Петрухина, директор молодежного центра «Самарский», и Алена Бесперстова, ведущий психолог молодежного центра.